Но если говорить про ожидания, то мне кажется, ну, у меня была, однажды со мной случилась такая беда, я залезла в интернет и посмотрела, как много сделано в российском, для российского образования, очень много разных сайтов, разных конкурсов, разных методических пособий для учителей, которые используют все вот эти аттрактивные методы и всяких красивых быстрых уроков. И я очень мало нашла информации о наших местных возможностях. Как-то я была очень удивлена тому, что вроде как бы у нас должно это быть, но с другой стороны, в интернете не так много было. То есть ожидания еще и ссылок полезны. И мне бы было интересно узнать, что происходит у нас. И я думаю, что это намного было бы полезнее общаться с людьми, которые вот в наших условиях что-то делают. Угу. И, конечно, эти технологии еще быстро развиваются. Возможно, то, что я когда-то знала, это уже устарело, я так уже подозреваю. Вот. Есть какие-то новые программы, которые могли бы сделать мою жизнь более легкой, а более счастливой.